Ахой, друзья, я Макс Морель, это канал Велосклад. А вы знаете, что советские велоспортсмены зимой, чтобы поддерживать свою форму, катались на коньках на льду. И сегодня мы покатаемся на коньках, но представьте себе, форель нажрался, не умеет кататься и выперся на каток. Что из этого получится? Смотрим! Меньше бухайте, больше катайтесь на коньках. Именно каталка на коньках поможет вам в сезон иметь кайфовую форму.